Смотрим на нашу надежду. На нашего лидера сейчас, да. Пока после первого вида. Анна Павлова. Подъем разгибом, большой оборот, поворот на 540, хорошо. 540, снова поворот на, 360. Но уже переступанием по 180 она это сделала. Но это тоже необходимая часть, показать вот эти ахты. Это что-то она такое уже что-то тут подхалтурила, да. Вот видите, и все, она уже завязалась, она пытается не продемонстрировать этого. Да, она сейчас раскачивается. Ну все, сейчас она уйдет. Все, закончила, да. Уйдет. Что-то не так. Нет, она уйти не имеет права. В смысле, нет, имеет, я имею в виду соскочить. Сошла со снаряда, да. Ну, уважающая себя спортсменка, она никогда так не должна позволить уйти, неуважение показать судейскому аппарату, зрительному залу. Ну, вообще всем, кто на нее смотрит, правильно? Да, но на самом-то деле, в общем, странно. Это ничто не предвещало, что называется. Так, ну, да, вроде как ничто не предвещало. С другой стороны, что-то она уже давно у нас ходит в перспективе и по сей день никак не заключит свои выступления хорошим исполнением. А это уже называется расклеилось. Да все же, абсолютно разобрался. Сейчас самые трудные, наверняка будут долго вставлять оценку, потому что все это высчитать. У нее же раз падение, два падения. Но я просто пока как бы расскажу, что если такие грубые ошибки допускаются, то уже никаких бонификаций, то есть надбавок, не происходит, невзирая на то, что даже она сейчас делает супер-е, то есть сверхсложный элемент, все равно никакой надбавки не получается, то, что она допустила грубую ошибку. Грубая ошибка – это уже полбалла. Это полбалла, а здесь два падения. Да, вот сейчас будут высчитывать, да. Ну, это самое, наверное, неприятная часть. Посмотрим на повторах, что там было не так. Вот здесь вот нам повторяют, видите. Не дошла, такое ощущение. Она не дошла, явно не дошла. И вот здесь раз поворот, уже немножко с плоскости выходит. А сейчас она разбавляет, думает, сейчас большими оборотами она придет в чувство. Не пришла. Но уже не пришла. Ну, это нам так. Знаете, вот я думаю, что стоит еще сказать о том, что уже то, что она пыталась разбавить, то есть пытаться как-то вылезти, то есть не сходить сразу, это бойцовский характер. Ну да, да. Умение не бросить. Дима, но она же все-таки не первый год выступает, она уже призер Олимпийских игр, она уже на чемпионатах мира выступала, она, прямо скажем, что после Замолодчиковой она...